пользователя. Сегодня я вам покажу, как с помощью молотка и зубила отрубить пластинку довольно толстого металла. Для этого нам понадобятся тиски, и такой вид рубки будет называться насрез. Одна заготовка уже закреплена. Берем зубило. Поставить его нужно так, чтобы зубило стояло на губке тисков по плоскости своей заточки. То есть вот именно в таком положении. Если мы его немножечко нагнем вниз, то металл рубиться не будет, будет заминаться. Если поднимем слишком круто, будем рубить губку тисков. Поэтому поставить нужно правильно. Кроме того, желательно поставить еще под углом к оси тисков. Если рубить просто прямо, то поверхность рубки увеличивается и будет очень трудно нам рубить. В таком положении поверхность рубки гораздо меньше, поэтому рубить будет легче. Пробуем. Как видим, после нескольких ударов мы уже дошли до середины, и качество среза получилось довольно отличное. Продолжаем. В конце рубки нужно ослабить удары, иначе осколок полетит и может кому-то причинить вред. Деталь отрублена, вынимаем из тисков. Как видно, качество рубки очень хорошее. Заусенцы, оставшиеся после рубки, можно зачистить напильником. На этом все.